Новые вагоны уже в депо. Сегодня на конечной трамвайной остановке у Пресворавного завода прошла выгрузка двух новых вагонов, прибывших из усть-катавского предприятия-изготовителя. Конечно, ожидать, пока достроят в набережных Челнах новую ветку, эти трамваи не будут. Поступившие единицы общественного транспорта выйдут на маршрут сразу после технической настройки и оформления документов. Планируется, что к 1 июля в город доставят еще 5 новых трамваев. Сегодня буквально отгрузили еще один вагон, отправили, но тут железная дорога. Вот эти два вагона фактически добирались, сколько мы посчитали, там, 9 дней, что ли, с той среды получается так. То есть железная дорога задерживается.